Павлодарские самородки продолжают удивлять и покорять российские телешоу. В очередном выпуске телепередачи Андрея Малахова принял участие ведущий, музыкант из Павлодара Ербулат Байдауров. Своими впечатлениями он поделился с нашим корреспондентом. Ни для кого не секрет, что павлодарская земля славится своими талантами. И сегодня мы встретились с нашим земляком, музыкантом Ербулатом Байдауровым, который принял участие в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» и покорил гостей студии не только уникальными музыкальными данными, но и голосом, который один в один, как и у кумира Ербулата Юрия Шатунова, песни которого он поет с детства. И у нас в деревне в 92-м году, когда мне было 11 лет, у нас было там «Энши Балапан». «Энши Балапан» такой как бы конкурс такой детский. И меня туда приглашали в своем деревне, в клубе. И я пел там. И я спрашивал, что мне петь, какой песни. И они сказали, что петь Юру Шатунова «Белые розы». И как бы я спел «Белые розы». Тогда было рядом здесь у нас сидел дед. Он играл, аккомпанировал аккордеон. Я пел. Зал полный. Спел песню, потом спускаясь по лестнице обратно наша. Жильцы, давай еще раз, Ербулат, еще давай спой на бис, короче. Я еще второй раз. И вот это так понеслась. С тех пор наш герой исполняет песни Юрия Шатунова. Даже близкие друзья называли его между собой Юрка. Приехав для участия в телешоу в Москве, первым делом поехал на кладбище, на котором похоронен кумир миллионов. Атмосфера, все ярко, красиво. Все-все мне очень понравилось. Особенно сам Андрей. Как это миллионы людей мечтают побыть у Андрея на передаче. Все мечтают оказаться там. Я вот из миллионов, можно сказать, да, осчастливилась мне увидеться с ним. Вообще я хотел увидеть Шатунова живой, но как бы судьба нас не свела. Как много в словах искусственных фраз. Часто в глазах слезы. Здравствуй, Юрка. Легендарный крупполосковый Юра Шатунов. Как же ты так рано ушел? Как отметил Ербулат, его встретили в Москве очень тепло. Чувствовалась большая поддержка от зала, гостей в студии и самого Андрея Малахова. При исполнении песни «Вечер холодной зимы» гости в студии отметили, что будто побывали на школьной танцплощадке. Еще не скоро. И звезды скрылись в снежных тучах. В Павлодаре герой нашего сюжета работает ведущим и музыкантом в одном из ресторанов города. В его репертуаре много песен, но исполнил для нас он одну из своих любимых. Валентина Диденко, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.